ресторан La Cafe de Beauty, творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Сейчас ходила в магазинчик Семи Шагов, купила некоторые продукты и другие товары. Ну, для моего такого, как я говорю, это ресторана, кафе, да, кафе де бьюти, за мои наличные деньги. Обратите внимание, это видео я уже опубликовала на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис, Наталья Правдиной. Как встретить достойного мужчину?